Дорогие коллеги, прежде всего, благодарю оргкомитет за приглашение. Это уже не первый раз. Действительно, то, что касается рака молочной железы, это основная проблема для женщин, где женщины, где в структуре заболеваемости женщин раком, рак молочной железы занимает первое место с 30 до 75 лет. Проблема большая. Мы с Владимиром Федоровичем подготовили публикацию. Я думаю, что он просто уточнит ее прохождение, где, что и как. Это были обобщены данные еще несколько месяцев назад. Но за это время произошли определенные изменения. И я вам покажу дополнительные новые материалы, все, что касается рака молочной железы. Я думаю, что аудитории будет полезно знать сегодняшнее состояние и в мире, и в России, и самое главное, в Северо-Западном федеральном округе, где уровень статистических показателей, стандартизованных показателей заболеваемости и смертности близок к среднероссийским, поэтому все наши исследования, они близки для всей территории страны. Но прежде всего, необходимо сказать, что рак молочной железы не только в России, но и во многих экономических разных странах является основной проблемой в структуре женской патологии. Наиболее высокие стандартизованные показатели, именно стандартизованные, обращаю на это внимание, больше 100 на 100 тысяч населения Бельгии, Германии, Дании и в целом ряде других стран. То, что касается, да, минимальные в Индии и, естественно, в остальных странах более низкого экономического уровня. И специфического распределения, конечно, специфической демографической структуры. Естественно, где население более молодое, там несколько иные позиции. То, что касается России, вот два показателя, видите, по заболеваемости, что по России, что по Северо-Западу, они близки. Здесь представлены, раньше мы не показывали, хотя это включено и в ту статью, о которой я говорю, распределение по возрастных показателей заболеваемости рака молочной железы среди мужского населения и среди женского. Первый слайд – это распределение среди мужского населения. Мы видим, что несмотря на редкость этой патологии среди мужского населения, все-таки очень высокие уровни в Соединенных Штатах. В России здесь две позиции. Мы видим, что за два периода наблюдения, это от 10 до 21 года, мы видим рост этих показателей. Минимальные в Китае, в Белоруссии очень близки к тому, что в нашей стране. Среди женщин более резко отличается от многих стран по возрастные показатели заболеваемости женщин рака молочной железы в Соединенных Штатах Америки. Давайте теперь более детально посмотрим, что же происходит в России. Заболеваемость. Ежегодно в России регистрируется более 70 тысяч новых случаев рака молочной железы, в том числе около 500 среди мужского населения. За последние 10 лет абсолютное число первичных случаев рака молочной железы возросло более чем на 65%. Вместе с тем, грубый показатель у нас тоже достаточно высок. 90 на 100 тысяч населения, стандартизованный, я уже говорил, 50. Обратите внимание на динамику этого процесса за последние 21 год. Здесь представлены две кривые. Динамика заболеваемости стандартизованных, опять же, показателей по России и по Северо-Западному федеральному округу. С 2019 по 2020 год
четко проявилось влияние коронавирусной инфекции. Мы потеряли приличное количество больных, которые не смогли получить специализированную онкологическую помощь. И вот это резкое падение, оно касается многих локализаций, в том числе и рака молочной железы. Сейчас постепенно улучшается состояние. Вот мы через 2 месяца получим новые данные по 2022 году окончательные. Я думаю, что будет выравниваться, и мы, если здесь опустились по уровню стандартизованных показателей где-то к 2015 году. И еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание. Здесь уровни заболеваемости по Северо-Западу и по России практически сравнялись. Этот слайд я показываю впервые. Мы имели возможность посмотреть динамику по возрастных показателям в каждой возрастной группе. Вот красным то, что заштриховано, это прирост с 2000 по 2021 рост. Рост показателей произошел в основном среди больных в возрасте 35 до 85 лет. И наиболее высокий в возрасте 70-74 лет. Вот этот слайд демонстрируется впервые. То, что касается смертности, ежегодно в России погибает более 20 тысяч женщин. Очень важно отметить то, что показатель смертности, опять же, стандартизованный, потому что мы должны обязательно учитывать различия возрастного состава сравниваемой групп населения, снизился на 27%. Это говорит о том, что все те действия, которые осуществляются онкологической службой, организацией противораковой борьбы, она достаточно эффективна. Здесь опять же показана динамика. С 2015 года мы взяли по 2021 год динамика стандартизованных показателей смертности. Но то, что смертность выше в Северо-Западном федеральном округе, это понятно. Во-первых, здесь в принципе больше возрастной состав. Здесь более активно проводятся все те мероприятия, которые идут изначально от ранней диагностики и прочее. Поэтому они выше. Но показатели в 2021 году практически сравнялись по Северо-Западному федеральному округу и по России в целом. Я бы хотел еще показать вам, что произошло с повозрастными показателями смертности. Это тоже слайд впервые представлен. В возрасте от 40 до 70 лет смертность значительно снизилась. То, что касается последней возрастной группы, это 85+, там произошло незначительное увеличение этого показателя. Хотел бы обратить особое внимание на качество учета больных, которые регулируются показателем, индексом достоверности учета. Это отношение числа умерших к числу первично зарегистрированных больных. В среднем по России этот показатель сегодня где-то 0,5. Понятно, что число умерших не должно превышать число заболевших. Но для молочной железы, наверное, это было бы несправедливо, потому что это локализация с низким уровнем летальности, и показатель 0,5, он не должен находиться. Что же произошло в последнее время? Он снижался до 2019 года и стал вполне приемлемым 0,29. Но опять же ковид отбросил качество учета на 5 лет назад. В 2021 году он вернулся к тому же уровню, который был в 2019 году. Это очень важный показатель. И мы смотрим, здесь представлена динамика индекса накопления и по России, и по Северо-Западному федеральному округу для мужчин, женщин и для лиц обоего пола.
И во всех случаях мы четко прослеживаем вот этот рост показателя. Рост – это негативная сторона для данного показателя. Ну и потом возврат на те уровни, к которым мы стремимся. Есть еще один аспект, я думаю, что он один из главнейших. Дело в том, что у нас в стране и в Минздраве не принято опираться на самый важнейший показатель в мире, который оценивает состояние онкопомощи. Это показатель выживаемости. Выживаемость мы рассчитываем в связи с тем, что удалось создать популяционный раковый регистр Северо-Западного федерального округа. И мы, собственно, с начала 2000-х годов представляем эти данные, контролируем, какой процесс происходит. И он отражает абсолютно все аспекты, которые связаны с любой онкологической заболеваемостью, с любой локализацией онкологии. Вот. В этом плане я хотел бы обратить внимание на то, что у нас в первом и втором номере «Вопросов онкологии» представлена статья, где показана выживаемость однолетняя и пятилетняя для всех локализаций опухоли в ранговом порядке. И показаны там же и динамические процессы, что по каждой локализации произошло. Поэтому та возможность, которую мы можем на базе, полуторамиллионной базе Северо-Западного федерального округа, исчислять данные выживаемости, я думаю, это должно быть полезно и нужно опираться. В будущем посмотрим, куда двигается этот процесс дальше. Северо-Западный федеральный округ – это почти 14 миллионов населения, больше, чем население Белоруссии, Латвии и Эстонии вместе взятых. И по Северо-Западному округу для расчета выживаемости больных раком молочной железы мы отобрали более 110 первичных случаев рака. Хотел бы обратить внимание, что по многим локализациям исчисляется медиана выживаемости. Для локализаций с высоким уровнем летальности они обычно составляют мизерные там 1-2 года, а по раку печени, например, поджелудочной железы, она исчисляется вообще в месяцах. То, что касается молочной железы, рака молочной железы, то с 2000 года медиана выживаемости, мы смогли, вернее, рассчитать медиану выживаемости, которая составила 8-9 лет. Это подтверждает, что это локализация с низким уровнем летальности. Но данные выживаемости, допустим, рассчитанные на 18 или 20 год, они могут быть исчислены не ранее 30-х годов текущего века. Это тоже очень важный показатель. И для каждой локализации, если ее контролировать, он отражает весь комплекс проводимых противораковых мероприятий. Вот как выглядит итоговая таблица, которую мы по каждой локализации можем, по каждой возрастной группе представить в динамике. Ну, в данном случае здесь показана динамика выживаемости рака молочной железы с 2000 по 2018 год. Однолетняя и с 2000 по 2014 год пятилетняя выживаемость, наблюдаемая и относительная. Ну, я ее показываю не для того, чтобы вы посмотрели эти цифры. Здесь эти цифры, как говорится, невозможно, видимо, на экране увидеть. Просто увидеть ту схему, по которой было бы желательно, чтобы многие или все территории, а лучше федеральные округа, все-таки исчисляли этот показатель и видели процесс, как он происходит. Мы в обобщенном виде, если посмотреть, что же реально произошло. Наблюдаемая выживаемость возросла
однолетняя с 88 до 90%, относительная с 90 до 92%, пятилетняя с 60 до 62%. Здесь менее заметное положительное движение, но все-таки относительная выживаемость, которая, так сказать, на 2014 год составляет около 73%, я думаю, что это для рака молочной железы показатель вполне приемлемый. Есть еще один аспект, который мы буквально последние несколько месяцев стали активно проводить. Смотреть по возрастную выживаемость. Мы подготовили, вернее, готовим сейчас целую серию статей по возрастной выживаемости для всех возрастных групп в соответствии с ВОЗовским стандартом. Это дети, подростки, молодые, взрослые, пожилые, и лица всех возрастных групп. То, что касается рака молочной железы, то мы... Сейчас покажу. Вот на этом слайде показываем характер выживаемости для различных возрастных групп. Эта картинка тоже показывается впервые. Вряд ли кто знает, какой процесс. И причем мы его смогли сделать за два периода наблюдения. 2000-2009 год и 2010-2019. Мы видим, во-первых, положительный сдвиг выживаемости в различных возрастных группах, хотя не во всех. Вот. Наивысший уровень среди лиц 20-24 лет, наименьший 95-99. Хочу обратить ваше внимание, что государственная статистика, она ограничивается последней возрастной группой 85+. А базы данных раковых регистров дают возможность рассчитать для всех возрастов. У нас даже есть несколько цифр для долгожителей, проживших 100 лет и больше. Но так как там число наблюдений невелико, мы, естественно, не считали уже показатель выживаемости на эту группу. На лиц 95-99 лет посчитали. И, конечно, все, что связано с возрастом, уже после 60 лет идет резкое снижение уровня выживаемости больных. Хотя в целом за эти два периода мы все-таки видим, что процесс роста выживаемости, он, так сказать, характерен для очень многих возрастных групп. Ну, там была картинка про женщин. Но вы понимаете, что то, что касается мужчин, здесь у нас очень мало наблюдений. Кроме того, вот до 55-летнего возраста у нас были единичные случаи, и там не было возможности исчислить выживаемость. Вот. Но здесь вот показаны два периода. Ну, во-первых, понятно, что на второй период наблюдения мы все-таки имели более... Ну, значительное количество случаев, по которым можно было рассчитать показатель выживаемости. Понятно, что это однолетняя выживаемость, но сравнение этих двух линий показывает приличные положительные движения, особенно для старших возрастных групп 70, 74, 75, 79. Это все то, что делается руками наших коллег. Руками, ну, конечно, и головой, потому что здесь все средства, которые сегодня есть, они направлены на улучшение, на сохранение жизни, улучшение. Ну, а мы можем только констатировать общую динамику этого процесса. Есть еще один момент, на котором я хотел бы остановиться. В этом году мы издали очередной шестой выпуск «Экспресс-информации. Заболеваемость, смертность, выживаемость по Северо-Западному федеральному округу». И еще там присутствует 5 территорий, с которыми мы сотрудничаем.
И по ним тоже есть расчеты не только заболеваемости и смертности, но и достоверности учета, и также самое главное, что выживаемость больных. Она у нас вышла в электронном виде. Хотел бы обратить внимание, что на последней странице, да, и на этой неделе, я думаю, что из типографии очень скромный тираж мы получим, и в основном только авторам сможем раздать по книжечке, и в библиотеке нашей будет обязательно как минимум 2 экземпляра, каждый может ознакомиться. А на последней странице этой книги есть QR-код. Это ключ, ну вот как он выглядит, можете его сфотографировать. Это ключ к библиотеке изданий нашей лаборатории. Там есть и динамика однолетней и пятилетней выживаемости в ранговом распределении по всем заболеваниям на русском языке. Там есть статьи с Алексеем Михайловичем, которые мы делали, и на китайском языке. Вот. А самое главное, что это ключ к будущим нашим публикациям. Сейчас мы планируем издание, и уже первая журнальная статья вышла, по второй мы имеем верстку. Это «Возраст и рак». Это серия из 6-7, видимо, будет журнальных статей, где можно будет проследить все эти закономерности для всех злокачественных на образовании. Так что пользуйтесь, открывайте, смотрите, что есть на самом деле. Наша задача – показать, с чем мы реально живем. Поэтому я волей-неволей вынужден сказать, что то, что касается второй книги, выпускаемой Институтом Герцена, те показатели не совсем корректны. Опираться надо только на базы данных раковых регистров. Благодарю за внимание.